Всем привет! Сегодня у меня на обзоре тостер от фирмы Silver Crest. Эта фирма продается в Лидле. Те, кто имеет в своих странах магазин Лидла, это Польша, Чехия, Германия, 100%. Знают эту фирму. Вот. Такой вот тостер удалось купить. Последний даже, так сказать. Вот, мы им уже пользуемся около 1,5 недели, поэтому распаковка, ну там особенно ничего, коробка и в пакете вот такой вот тостер. У кого есть тостеры, кто пользуется тостерами, тот, конечно, меня поймет, как с ним хорошо. Вот, короче, взял в Лидле за 89 злотых. Я думаю, это хорошая цена. Насчет фирмы не знаю, это у нас первая покупка, хотя некоторые покупают и комбайны там от этой фирмы, и что-то другое, там техники хватает. Вот, но мы приобрели такой вот тостер. Ничего замысловатого. Регулятор, скажем так, прожарки. От единицы это от светлых сортов хлеба и... до максимума там семерка, шестерка. Это темные сорта хлеба. В общем, если вот эту кнопку нажать, это разморозка, хотя я не знаю, что здесь размораживать. Это поджарка. Нет, это прогрев, а эта кнопочка, если горит, это прожарка. Но сейчас я вам продемонстрирую, как он работает. Скажем так, обзоров на такой тостер я в интернете не находил. Может, кому-то этот обзор будет кстати. Вот. В сеть. В общем, вот этот рычажок, это у нас включение. Как видите, это лампочка, индикатор, то, что он работает. Это подогрев. Наверное, это подогрев уменьшает интенсивность прожарки, то есть не прожаривает, а подогревает. И вот этот индикатор, так, и вот этот индикатор, это размороз. Интенсивность, я говорю, можно здесь устанавливать. Если хотите раньше выключить, то просто нажимаете вот эту кнопку. Так, далее. Можно воспользоваться вот этим рычажком и вот здесь вот подогревать какие-нибудь булочки. Итак, в нашей семье есть 3 человек. У каждого есть свой любимый сорт хлеба. Например, у Евы обычный тостовый. Я люблю светлый, скажем, хлеб. Алена у нас любит черный. Давайте посмотрим, как приготовиться. Вот светлый. И возьмем обычный хлеб светлый. Только целый кусок не будем ложить, половинку. Вот, скажем так. Устанавливаем среднюю интенсивность и погнали жарить. Он сам после прожарки выключается и хлеб выпрыгивает. Вот наш белый хлеб прожаристый и хлеб, который светлых сортов. Попробуем. Слышите, как хрустит, да? Также и с темным сортом хлеба. Единственное, что больше устанавливается датчик, либо прожаривать его два раза. Вот так вот опускать рычажок. Также можно положить вот и будет в теплом состоянии. Например, нажать на подогрев и вот так вот будет хлеб дожидаться, пока вот там
отвлеклись куда-то, будет теплый. Кстати, да, чуть не забыл, вот здесь есть лоточек такой, где можно высыпать крошки и убирать за тостером, скажем так. Так что всем спасибо за просмотр. Кому был полезен этот микрообзор и распаковка, и тест этого тостера, ставьте лайки, оставайтесь на канале. Всем пока!